течение последних 3 лет на уровень наркотизации населения города значительное влияние оказывает переориентация наркорынка с ранее известных видов наркотиков на синтетические психоактивные вещества. За 9 месяцев текущего года магнитогорскими наркополицейскими ликвидирована деятельность 17 крупных преступных групп. Участники указанных группировок осуществляли поставку, изготовление и сбыт наркотических средств на территории города. 4 уголовных дела возбуждено по фактам контрабанды наркотических средств. В первых числах октября ликвидирован канал поставки героина на территорию города. В ходе задержания у преступников изъято порядка 100 граммов высококонцентрированного героина. Из него участники преступной группировки могли бы изготовить порядка 9000 условных доз, то есть разовых доз. Всего с начала года наркополицейскими области из незаконного оборота изъято порядка 126 килограммов наркотических средств. Из них 100 килограммов – это синтетика. На долю магнитогорских наркополицейских приходится 10 килограммов наркотических средств, значительную часть которых составляет концентрат для изготовления курительных смесей. В Ленинский районный суд города Магнитогорска направлено уголовное дело в отношении 6 участников преступной группировки, которые организовали сбыт курительных смесей на территории города. Возраст участников не превышал 30 лет. Один преступник работал поваром, ранее был судим. Остальные были безработными, ранее не судимы. В состав группы входила даже девушка, студентка первого курса. В момент задержания у наркопреступников изъято 600 граммов концентрата для изготовления курительных смесей. Это составляет порядка 600 тысяч условных доз. Была задержана группировка, организатор молодая женщина вовлекла в незаконную деятельность подростка. Девушке 16 лет было. Подросток выступал в роли поставщика наркотиков из Челябинска в Магнитогорск. Девушки задержаны, и им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Если имеется какая-либо информация, связанная с незаконным оборотом наркотиков, просьба обращаться по телефону доверия Магнитогорского наркоконтроля. Это 27 92 19.